решать, с кем приключилась беда. Их крепка дружба в поле Рабакар. И они вместе всегда, хоть служба их и нелегка. Поли! Всех смелей он и быстрей. Рой! Нету никого сильней. Эмбер! Всех умнее и добрей. Хели! Он летает в облака выше всех. Очень смел их отряд Поли Рабакар. И они к тем спешат, с кем приключилась беда. Их крепка дружба Поли Рабакар. И они вместе всегда, вместе всегда. Доброе утро! Друзья, завтра в Бруме долгожданные спортивные соревнования. Угу. И каждому из нас надо знать, что он должен делать. Конечно! Я буду готова всегда оказать первую помощь. Рой и я будем все время дежурить на стадионе. Угу. А я прослежу за оборудованием. Хорошо. Пока что все идет просто отлично. Кстати, Джин, завтра придет много народу. Конечно! Регистрация участников продлена сегодня до полудня. Должны зарегистрироваться мои друзья, но что-то их пока нет. Ничего страшного. Возможно, твоим друзьям нужно напомнить, чтобы они поспешили. Тогда они точно не опоздают. Правильно. Вас приветствует наш город Брун. Завтра здесь впервые пройдут настоящие спортивные соревнования. Если вы еще не зарегистрировались, то сегодня регистрация продлена до полудня. То есть регистрация почти закончилась? А ты разве не успел? Почему? Мы все успели. Правда? Значит, я должен спешить. Господин Билди, отпустите меня зарегистрироваться, пожалуйста. Хорошо, но возвращайся быстрее. Спасибо! Будь осторожен! Для Спуки это, пожалуй, будут прыжки в длину, а Кэп участвует в спринте. Это сюда. Это сюда. Отлично, Рой. Планки для бега я принесу. Спасибо. Завтра у нас такой важный день, соревнования. Ага. Друзья, привет. Привет, Макс, как дела? Спешишь зарегистрироваться? Угу. Кэп, ты тоже участвуешь, а в чем? Завтра я побегу спринт. У тебя получается быстро. Да я не особо старался. А у меня будут прыжки в длину. Вы оба просто молодцы. Увидимся завтра на соревнованиях. Пока. Джин! Привет, Макс. Ты хочешь зарегистрироваться? Угу. Очень хочу, но я пока не решил на какое. Тогда ознакомься с программой. Итак, это спринт, прыжки в длину, прыжки в высоту и бег с препятствиями. Даже не знаю, что выбрать, все так сложно. Ну что, ты уже выбрал что-нибудь? Нет. Но я вернусь, когда что-то выберу. А? Ты куда? Выбирай, но только до вечера. Так и быть. Ну и что же мне выбрать? Может, спринт? Почему бы и нет? Легко. Получается. Братец Макс! Нет, пожалуй, не спринт, я не смогу. Тогда, может, прыжки в длину? Прыжки в длину у меня не получится. Неужели все соревнования не для меня? Макс, ты просто слишком тяжелый и очень медленный.
Неужели все так и будут смеяться? И прыжок! Макс, ты зарегистрировался? Еще нет. А в чем проблема? Ты куда? Твоя стройка не там. Куда это он? Отлично, сейчас работа будет закончена. Кстати, где же Макс? Почему не возвращается? Не знаю. Он говорил, что скоро будет. А вдруг он сейчас где-нибудь попал в аварию? Только не это. А вдруг именно это? К завтрашнему дню все подготовлено. Полли, на завтра для первой помощи все готово. Спасательное оборудование в норме, я проверил. А я закончила регистрацию участников. Вы все молодцы. Сейчас Рой закончит проверять покрытие, и можно будет сказать, что на завтра у нас все готово. Ребята, можно вас? Посмотрите. О, нет, на дорожке трещины. К сожалению, это серьезная вещь. Полли, нужно побыстрее восстановить эту дорожку. Но ее необходимо покрыть новым асфальтом. Даже если так, то мы еще успеем до завтра. Я знаю, что нас выручит Макс. Он укладывает любой асфальт. Отлично. Срочно звоню господину Билди. Команда спасателей, Джин. Господин Билди. Как хорошо. Я как раз собиралась вам звонить. Что? Что произошло с Максом? Как это его полдня нет? Что случилось, Джин? Неизвестно. Макс поехал к нам регистрироваться. Сказал, что вернется, но его нет. Он же с утра ко мне заезжал, сказал, что вернется, но так и не приехал. Что? А что, если он где-нибудь попал в аварию? Выход у нас только один. Это сейчас же найти и вернуть Макса. Хорошо! Разделимся и будем искать Макса! Хорошо! Макс, ты где? Макс! Кэп, где Макс, не знаешь? Кто, Макс? Утром он приезжал регистрироваться, но потом я его не видел. Понятно, спасибо тебе. Макс, я потом видел его. Мне показалось, что случилось что-то плохое. Он отправился на 7-ю улицу и был очень грустный, и даже не заметил меня. Он отправился на 7-ю улицу? Друзья, Спуки видел, что Макс направился на 7-ю улицу. Что? Надо ехать туда. Есть! Полли! Нужно спешить! Я уверен, что Макс где-то недалеко. Макс! 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 Ты где, Макс? Друзья! Все к восточному холму! Я нашел Макса! Макс! Полли! Макс! Ребята, что вы тут делаете? Почему ты один в такой час? У тебя что-то случилось? Почему? Ты не зарегистрировался. Я не стал регистрироваться, потому что у меня все равно ничего не получится. Почему ты так говоришь? Что тебе мешает? Я же очень медлительный и тяжелый. Если бы я участвовал, надо мной бы все смеялись. Ну что ты, Макс? Никто из твоих друзей так не думает. Ты можешь с ними поговорить? Я не смогу. А если друзья спросят, в каком виде спорта я хочу участвовать?
Что я им скажу? У меня ничего не получается. Но ты мог бы подготовить эти соревнования вместе с нами. Подготовить соревнования? В соревнованиях участвуют не только спортсмены. Если ты помогаешь при подготовке, значит, ты тоже участвуешь. Верно. Если соревнование не подготовлено, то спортсмены не смогут честно соперничать. Это правда, Макс. Ты поможешь нам подготовить завтрашнее соревнование. Ты согласен? Согласен. А я смогу? Конечно! О, у нас есть такая работа, с которой сможет справиться только Макс. Хорошо, а какая? Теперь можно. Действуй, Макс. Хорошо. Дорожка как новая. Благодаря Максу к завтрашним соревнованиям все готово. Спасибо, Макс. Пожалуйста, я всегда рад помочь. А завтра ты сможешь нам помочь? Угу. С удовольствием. Итак, все спортсмены готовы к спринту. Скоро старт. И вот Келли дал старт. А что там с прыжками в длину? Спуки тоже готов. Скоро старт. Желаем победы! Победа! У Спуки новый рекорд! У меня новый рекорд! Макс, подготовь дорожку с песком! Запросто! Спасибо, Макс! Пожалуйста! Смотрите, это же Макс! Точно! Он молодец! Макс, ты у нас молодец! Пусть я медленный и тяжелый, но я себе очень нравлюсь!